Всем привет, с вами Максимилиан Джонс, и сегодня мы с вами отправимся не исследовать мир, а скорее изучать что-то новенькое. И мы попробуем поиграть с вами в Kissing Simulator от нашими всеми любимыми Кавказ Сила Геймс. То есть это создатели таких игр, как Метро Симулятор и прочие симуляторы, типа в кавычках. Обожаю эту студию, делают они действительно стёбные вещи, так что мы посмотрим, что они приготовили для нас сегодня. Сразу предупрежу, скорее всего, контент 18+, так что аккуратнее. Свою рожу я уберу, чтобы она не портила вообще всю эту картинку. Все-таки у нас тут ждет тян-тян-тян, ламповая тян. Так что начнем. Ну, в меню игра выглядит как какой-то Sims 2 на минималках. Kissing Simulator. Пляж, комната, поля. Начнем с пляжа, я думаю. Хочется расслабиться. В этой игре нет звука, так что я подставлю какую-нибудь романтическую музыку, чтобы она не отвлекала. Боже мой, как красиво тут. Привет. Отойди, ты мне мешаешь. Нет, мне даже двигаться нельзя. Ладно, привет. Ой-ой, прям так сразу? А это познакомиться хотя бы? Нет? Подожди, это все типа ты мне хочешь сказать? Что это за хулио? Почему он выглядит как додик? Лол. Что-то еще есть какие возможности. Почему? Да нет, я хотел просто потыкать все. Да фу. Как бы нет, не фу, но все же. Типа все, да? Это все, что я могу сделать? Я могу только вот так смотреть. Звука нет почему-то в этой игре, я не понимаю почему. Ладно. Будем любоваться видами. Ладно. Перейдем в комнату. О. Типичная комната. Не знаю даже кого, подростка, наверное. Блин. А что с тобой? Ты почему такая на гнома похожа? Так, я опять посмотрю на себя. Задумчивый взгляд. А, так можно еще от третьего лица, типа, нифига себе. А у вас только прическа размылась. Что это? Подожди, я от первого лица. Мне кажется, она мне целует куда-то в глаз. Явно не в губы. И тебе очень не идет рубашка, вот просто максимально не идет. Ладно, что-то еще есть в комнате. Защита от вирусов и угроз. Я думаю, мы что-то подловили. Как минимум сифилис. Ладно. Гитара, часики. Все, да? Это все. Это что это? Это моя шея? Слева? Или пузо? Ладно. Пойдемте дальше. На поля. Ого. У меня аж FPS упало наполовину. Ну, кое-что я скажу так. Ух ты, блин, ты вообще лагая женщина. Так, и как минимум классика от третьего лица. Вы опять размылись, женщина. Не знаю, мне кажется, так не целуется. Хотя откуда мне это знать? Все, я ухожу отсюда. Я пойду на пляж. Там у меня 60 FPS. Мне кажется, мы сейчас просто подставим романтичную музыку, возьмем третьего лица, поцелуемся и на этом завершим наше видео. Сразу хочу сказать, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы обязательно сыграем в игры еще от этой потрясающей студии и просто в другие интересные инди-проекты. Все, пока.